I need you to trust them. Yes, ma'am. No, I mean, I'm not going to check the verse first. I'm going to start speaking. Sure. Before I begin, Srimad Bhagavatam Das just wanted to say. Перед тем, как мы начнем лекцию по Шримад Бхагаватам, я хотел бы что сказать. Why I stopped before leaving puja. Почему я остановился перед тем, как продолжить петь Гуру Пуджу? It happens sometimes. Иногда это происходит. And it makes me think back to, I guess it was 27 years ago. 27 years ago when I was first asked to come here. Напоминает мне о том, когда меня попросили первый раз приехать сюда, это было 27 лет назад. My dear friend and former GBC Kirti Raj Prabhu, when he was making plans for me to come into the Soviet Union. Когда мой дорогой друг, и тогда он был GBC по России, духовный брат Кирти Радж Прабху, он как раз пригласил меня в бывший Советский Союз, чтобы я приезжал. I asked him, you know, what would you like me to do while I'm there? И когда мы планировали мой приезд, я спросил его, а что бы вы хотели, чтобы я занимался? And he looked at me in my eyes, and then he embraced me and put his head on my shoulder. И он обнял, он посмотрел мне прямо в глаза, обнял меня очень крепко и также положил свою голову мне на плечо. And he held me tightly. Очень крепко меня держал какое-то время в своих объятиях. He said, Maharaj, please teach them how to chant Shri Guru Vandana. Сказал мне, Махарадж, пожалуйста, научите их петь Шри Гуру Вандана. That was my first instruction. Это было первое наставление, которое я получил от GBC. He was barely, he's almost like tears in his eyes. Почти со слезами на глазах. And he helped me, he said, please. Он держал меня очень крепко в объятиях и умолял, пожалуйста. I failed. Мне не удалось это сделать. Some places I've been able to. В некоторых удалось, в некоторых нет. I don't, even to this day, I can't even imitate how you do it. До сих пор, даже если я захочу, мне не получится петь так, как ты. Не смогу подражать. Something about the cartels on the offbeat. Can you do it? Can you imitate? Can you imitate it? How they do it? I can't even imitate. Huh? I'm sorry. Извините, пожалуйста. Actually, when I first came here, also, after a few visits, I started to think, maybe I've learned it wrong for 20 years. На самом деле, когда я стал приезжать сюда, то через какое-то время до меня все меня стали посещать мысли, может быть, я неправильно тут научился, я неправильно пел 20 лет. I started to get a complex. У меня стал развивать комплекс неполноценности. I started to think. Anyways, I'm not going to go through the whole thing. I'm giving a whole classes on it. На самом деле, я целую лекцию на эту тему читал. But I'm not going to do that. I'm just trying to explain why I stopped three times. I'm just trying to explain why I stopped three times and finally took the cartels. Я попытался просто хочу с вами объяснить. Я не хочу сейчас углубляться в обсуждение этого в деталях, но хотел объяснить, почему я три раза остановился и потом в конце концов забрал карталу. And if you are interested in learning how to lead it correctly, you might want to listen to a recording of somebody who chants it correctly. Если вы хотите научиться правильно петь Шри Гуру Вандану, то можете послушать записи тех, кто это правильно делает. Шримад Бхагаватам. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо